Бля, знаешь, как у меня брат называет вот нас с тобой одноразовыми, прикинь? Да на модике вас прокачу. 3 соточки. Газку дадим. Да, это страшно. Почему страшно? Мне же не страшно. А вдруг мы в фарш превратимся? Нет, да не, мы не превратимся. А почему? Ты почему-то так в этом уверен? Да потому что мы будем аккуратно ехать. А то ну, какие-то как 300. Ну 300, ну просто аккуратно. На спидометре 200 мы вместе. Короче, вот мы стоим, вот у нас есть, вот у нас город, да, село. Ну. Вот. Короче, вот постоянно вот кто-то на мотоциклах ездит. И вот эти вот мотоциклисты, они превращаются в мясо чаще всего. Ну, знаешь, вот так вот? Ну, бывает. Что? И что, и зачем нам это? Ну, за адреналинчик. Да. Вы иначе в жизни скучная штука вообще. Вот так вот да сидеть нет, дома. А когда вот, если бы я тебя прокатил 3 соточки, да ты бы вообще бы, ты после этого дня вообще бы ночь не спала, понимаешь? Даже, может быть, несколько дней. Не понимаешь? Что у тебя же? А у меня вот нормально. Не, значит, ты не каталась еще. Да, все, ладно, кат... Здорово. О, привет. Поехали кататься. Прокачу вас. Поехали. Ну, 3 соточки навалим. Да, давай. Давай, давай. Вы не боитесь? Нет. Не, мы недавно катались. Да, на мотиках? И... Да, летали. Вообще кайф. Здорово. Здорово. Че, мотоцикл надумал покупать? О, нафига себе ты, прям нормальный. А давай звук Хонды можешь? Хонды. Вот чтобы она вот так отстреливала на отсечке. Так. Нифига ты, у тебя прям талант. Не, братан, ты крут. Серьезно. А давай еще что-нибудь такое из модиков прям. Такое мощное давай. Нихера себе, вообще ты жгёшь. Красава, красава. Давай, дружище, лайк тебе от души. Давай, давай, братан. Ну чё, мотик-то будешь покупать? Нет, ты жгёшь чётко. Давай, жги, братан.